Здравствуйте. Сегодня я вам предлагаю пройти тест по знанию материальной части автомата Калашникова. В самом начале вы видите ссылочку, по которой вы можете пройти. Вы это 9 и 7 классы уже такие тесты проходили. Напоминаю 10 классу, что вначале нужно заполнить все поля, то есть это фамилия, имя, отчество и класс. И в конце по прохождению теста точно так же нужно заполнить, там будет сверху поле. Если вы этого не укажете, значит у вас тест будет просто-напросто не засчитан. Также хочу напомнить, что тест вас, на прохождение теста у вас всего одна попытка. Желаю удачи!